твоя мать, блядь. Не знаю, что он хочет. На всякий случай включим две камеры. Здравствуйте, Гидро Блэк. Кто? Гидро Блэк, здравствуйте. Лейтенант полиции. Вот лейтенант полиции расслышал, а все остальное нет. Водитель можно? А кто, кому давать-то? Вы хоть скажите, как вас зовут? Что представляете? Лейтенант полиции бывает? Бывает. Дороже патрульный. Отдельный патрульный. Услышали? Кого? Услышали? Кого? Ну теперь да, когда ворот открыли. А где ваш страховой полис? Она в электронном виде у меня. Дело. Что? В электронном виде? Да. Он у вас должен с собой? В электронном виде там с собой. Правила, посмотрите, написано. В электронном передавать виде с собой? Правила, в правилах может быть и написано. 2.1.1. Да, передавать, да. Да, для проверки. Вот, она у меня в электронном виде. Ну, покажи. Как я вам покажу ее в электронном виде? Нет, не отсутствует. Где? В электронном виде. Ну, при себе отсутствует? С собой нет, в электронном виде есть. Что? Будете и оформлять? Конечно. Несите протокол, сейчас оформим. Давайте. Давайте. Так, где этот? Что? Валерий. Вон там знак. Чтоб контроль, надо было остановиться. Я не видел знак. Нет, не видел. Вот видите машину, что делает? Я не видел знак. Вот видите. А кто должен видеть? Значит, он висит так, что я его не видел. Вы водитель, вы должны видеть. Значит, он висит так, что я его не видел. Уважаемый, он нормально стоит. Ну хорошо, давайте протокол оформим. Сейчас оставим, что ли? Давайте. Не волнуйся, где вы? Ну вы идете? Нет, холодно я просто на улице. Я не знаю, где живете. А зачем вам это? Ну писать, куда отправить? Ну принесите протокол и сразу все. Раменский, да, район. Вы принесите и будем оформлять на месте, потому что я туда буду вписывать. Так, Валерий. Свое объяснение, да. По поводу... Эта информация можно доверять месту вести? Может будет доверять той информации, которую я дам. Я проверю, пока проблем нет. Да, давайте. Все, напишем все. Протокол, да? Да, напиши на протокол. Да, протокол, да. Вы же постановление не будете расписывать, правильно? Нет, зачем? Я в протоколе напишу. У вас есть, я не знаю, правда, вы к Российской Федерации относитесь? Относитесь. Вот, есть от 3.07.2015 начальником подразделения ГАИ на региональном уровне. В установленном порядке обеспечить проведение нарядами ДПС проверок с использованием ресурса, расположенного по адресу сети и, короче, МВД России или официального сайта Российского союза автостраховщиков путем ввода информации о государственном регистрационном знаке и ВИН транспортного средства. Это у меня все присутствует? Да, можете туда проехать. Это меня не интересует какое-то указание, а федеральный закон главнее. Ну, давайте, давайте, я его впишу. Так, Андрей Валерьевич. Так, я пробил там, где вы живете, Махачкале родились, да, вы? Вы будьте любезны, покажите, пожалуйста, свое удостоверение, чтобы я полностью прочитал, с кем я имею дело. Я же вам представлял сюда. Это хорошо, да. Хорошо. Будьте любезны. Давайте я подержу. Я сам, правда. Конечно, ваше право. Сейчас, пока вас ждал, прочитал про ваш пост. Хорошо пишет. Что это про нас? Ну. Надеюсь, тут хороший? Надеетесь. Это вам никто не запрещает. Вот смотрите. Руки только не дается. Я не буду брать руки. Так
считай. Так. А, Буваев. Буваев Эдуард Владимирович. Инспектор поезд, да. Все, хорошо. Записывать не будет? Нет, нет, пишет диктофон. Я вам довожу статью 51. Давайте. Конституция Российской Федерации. Угу. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого своего близких родственников, угу, которого определяет федеральный закон. Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется кодекс об административных правонарушениях. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административных правонарушениях, вправе знакомиться со всеми материалами дела. Да? Удалять контактность от ввода, пользуясь рисковым защитником, а также иными профессиональными правами. А мясо, да? Ну, пока да. Так, Валерьевич. Андрей Валерьевич. У вас, Андрей Валерьевич. Да, да, да. Вы фактически где проживаете? Давайте я воспользуюсь 51 статьей Конституции, которую вы мне только что зачитали. И пишите, пожалуйста, отказался дать показания. Я написал место зарегистрированного особо. Фактически вы проверять не собираетесь, да? Ну, правильно понимаете, да. Работаете тоже, да? Что работает тоже? Тоже секретно. Ну, пишите, да, отказался, да, показания, да. Отказался предоставить сведения? Ну, да, да, да. Вы правильно. Ваше право. Конечно. Сотовый телефон тоже не будет, да? У меня нет сотового телефона. Так, пишем мне. Так, ходатайство заявлять будет? Я буду ходатайство заявлять до рассмотрения дома. Да, 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 по месту регистрации. В данном случае я, так как статья административного нарушения, там, я вынес вам по статье Кодекс административных нарушений по 12.3 часть 2, вот Павлов вам должен, управлял транссредством, не имел при себе страхового полиса ОСАГО. Пункт прав 2.1.1. Угу. ОДД Российской Федерации. Пишите. То бишь там штраф, вот вам вынес сразу постановление на месте вам. То бишь вот за это нарушение санкция предусмотрена 500 рублей штраф. Согласно статье 32.2, часть 1, со мной, так, со мной, так, так, вы можете в течение 20 дней оплатить половину штрафа. Да, но я не собираюсь этого делать. Я не собираюсь этого делать. Ваше право, мы живем в цивилизованном обществе. Да, я надеюсь, так и есть, да. Есть телефон доверия, вы можете позвонить. Да, конечно. Ну, я сейчас не буду этим заниматься, я сейчас просто в протоколе напишу видение событий свое. Ну, правильно, это ваше право, мы живем в цивилизованном обществе. А я 51, вам не более доверил. Какие проблемы? Ваше право, никакого навязанства вы вам требуете. Так, отказался фактически. Списывать не будете постановление. Зачем? Что? Я отказываюсь. Нет, я же не согласен с нарушением. Я понял. Зачем вы пишете постановление? Я вынес вам. А, ну вынесли, вы вынесли. Вы можете в течение 10 дней обжаловать постановление. Пойдем. Зачем? Я сейчас протокол обжаловать буду, а не постановление. Постановление не обжалуется. Нет, протокол написал. Постановление не обжалуется. Вы же знаете написал, это. Постановление обжалуется. Нет. Вот именно что постановление вам обжалуется. Протокол обжалуется, а постановление, значит, я согласен с правонарушением. Нет, нет, зачем? Я сразу же вынес постановление, вы можете обжаловать в течение 10 суток. Ну понятно, ладно. С вами бесполезно разговаривать. Постановление пишется в санкции, а не в протоколе. Вот вам сначала протокол. Знакомый свет случится. Да, потом ручка. Ручка у меня есть. Не, вот эта ручка лучше написать, уже одной пишут. Какая разница? А может у вас там. Я что, похож на идиота? А? Я на идиота, ну, похож. Хорошо, хорошо. Я думаю, вы нормально отдыхаете. Абсолютно. А? Абсолютно. Никакого, какие сомнения в этом нет. Правильно, вот ваше право. Я полностью согласен. Что у человека есть права, статья 51. Вы воспользуетесь, ничего не навязывает. Живем в цивилизованном обществе, демократическом государстве. Так, вот здесь вот объяснение лица. Да-да-да, вот я вам четко поставил. Напишите, изложите по сути дела. Да, хорошо. Почему у вас отсутствует при себе страховой полис? Который электронный, да? Да-да-да.
то, что вы мне говорили. Вот. Вам же номер не нужен, я же могу сюда вписать номер, да, полиса своего? Ну вы напишите суть нарушения. Нет, зачем, я и номер полиса впишу. Ну запишите. Я не сомневаюсь, что он у вас есть. Просто вы мне не предоставили, я вам написал, что... А почему вы не пробили его согласно распоряжению ваших руководителей? Вы написали, что не имел при себе. Как электронный... Там федеральный закон не указан. Как электронный полис можно иметь при себе? Ну, люди на бумагу носители выносят. Я его через телефон оформлял. У нас, например, база сейчас не работает. А это не мои проблемы. Ну, как, а в федеральном законе указано, что вы должны иметь при себе по требованию работы в полиции передавать. Как это зачем в фалине вступать, где уже там в законе прописано? Да, я понял. Есть специально даже... Я вас понял. Нет, есть даже специально в кодексе административного правонарушения, вот 12.362, там указано, да. Не имел при себе страховой полис. Тоже при наличии в информационной системе сведений о заключении такого договора исключить привлечение водителя к административной ответственности по части 2 статьи 12.3. Это личное указание какого-то человека? Да, я понял. Я сейчас... Субъективное мнение его? Конечно. Есть федеральный закон 196. Угу. Там правила разделения там прописано четко, что по требованию работы полиции, пункт правил 2.1.1, угу. Водитель должен обязан передать на проверку водительскую встречу страхового. Даже в этом кодексе административного правонарушения, вот 12.3.6.2 я вам показал, угу. Там специально тоже есть санкция за то, что не имеете при себе страхового полиса, тоже указано, не имеет при себе водительское удостоверение, путевого листа и вот страхового полиса. Тоже есть санкция. Есть законодательство. А там какой-то субъективный мнение, какой-то человека там... Я понял вас. Все, я понял. Уже можно писать? Все, вопрос нет. Спасибо. Я хочу... Вы просто перебиваете. Я просто не могу сконцентрироваться. Я хочу, что к вам никто не определяется, это согласно закону, все, законодательство. Я понимаю, да. Но когда я тоже звонил в страховой, когда оформил, они говорят, инспектор обязан пробить по базе, все. Ну, это значит, что страховой служащий, он может работу лучше свою понимать где-то в другом месте. Где-то у него, где-то... Я понял вас. В каких-то случаях он где-то недопонимает. Для своего невидения, понимаете? А то, что мы с утра ГАИ, мы выполняем согласно законодательству работы. Здесь никто только незаконно мы не делаем. Я думаю, вы можете обжаловать через 10 дней. Без проблем. Копию распишите там. Я когда получу, я распишу. Да, сообщение, вы можете доехать, пока вас повтор никто не привлечет. Покажете, там остановят, объясните, как вы. Я понял, да. Для вас уже благо, правильно? Спасибо. Если хотите, там место не помещать, я могу вам один план дать. Не надо, у меня я буду краток.
не надо. Ромак, я вам сделаю устное предупреждение. Спасибо. В связи с тем, что санкции тоже попадают в предупреждение, либо штраф на предупреждение. В данном случае за незащитность и нарушение я вам устное предупреждение. Но надо внимательно быть. Он уже говорит о том, он уже говорит, что вы уже в утомленном, наверное, состоянии бывает, да? Если что, там есть гостиница, можете отдохнуть. И там кафе дальше, кофе пить. Ясно, да? А тут знаки уже не замечают, уже говорит о чем. Немножко подустали, наверное. Так, Валерий, Андрей Валерьевич. Да, слушай, смотри. Я вам довел эту статью 51, да? Да. Можно было распечатать. Да, сейчас распишусь. Мне кажется, есть. Давайте. Ничего такого нету. Вот, лестная галочка, да. Статья 25.1, конструктор 17, я вам довел. Просто раскрыть. Так, угу. Ну, за копию надо расписаться здесь. Ну, сейчас я ее получу и распишусь обязательно. Да-да-да, сейчас, да. В копии же можно не расписываться, верно? Это же мое. Ну, да, это ваше. Угу. А вот здесь надо расписаться. Ну, здесь я распишусь. Копию же я получил. Ну правильно, вот приятно иметь сатуфайт человека, что все понимаете. Пожалуйста. Спасибо. Так, и. Так, постановление вы отказались. Ну, естественно. Там, а протокол я буду обжаловать. Все, все правильно. Все, Валерий. Его когда пришлют по месту жительства? Так, вы ходатайствовали, да, что вам домой отправили, правильно? Ну да, естественно. Так, вам подождите секундочку. Так, можно у вас? Я забыл вам. Что? Фотку положить. А зачем? Напишите здесь. Прошу рассмотреть по месту написи. А, вы это? Ну давайте, я у вас напишу. Нет, не надо, надо, чтобы вас тоже отобразили. Ну не делать так, как положено, так, уже тут. А то у вас не будет там, а у меня здесь. Напишите вот здесь технотайство. Прошу рассмотреть по месту написи. Вот она, технотайство, видите? Mm. Вот просто здесь вот понесите. Прошу рассмотреть по месту написи. Вы постановление вынес, вы можете обжаловать. Ну вот наши инспектора, кстати, говорят, электронно все, счастливые дороги. Ну, вы же показывали мне там. Чего? Что-то личное, какое-то там указание, да, какое-то автомобиль. Ну да. Все, указание выполняет. Правильно, да. Подчиненных, да? Там на всю Россию было. Ну, до вас, не, до вас просто еще не довели. Закон, он, федеральный закон, он каких-либо указаний возьмет. Само за вас, согласен? Федеральный закон есть федеральный. Никаких там подзаконных актов. Даже в кодексе имеется такой. Долго, берите уже закончим. Ага. Все, до свидания. Все, счастливого пути, удачи. До свидания. Я говорю, там это... Через сколько это будет у нас? Гостиниц? Нет. Постановление. Ой, протокол. Когда его к нам переправят? Ну, не знаю, по почте. По почте будет идти почти. Угу. Я не знаю, как почта. Ну, понятно, да? До свидания. До свидания. Ну, посмотрим, чем... Все кончится. Вот. Естественно, я его буду обжаловать. Вот. А там видно будет. На редкость. Нормальный инспектор. Вот, а знак я действительно не видел. Надо будет потом посмотреть, был он там его. Всем доброго дня. Сегодня пришел ответ на мою жалобу на действия инспектора, который был в ролике. Вот, ответ пришел от его руководителя, который является заместителем начальника ГИБДД МВД по республике.
даже не руководителя, а сам вон, сам заместитель начальника. Вот, господин полковник полиции Нурнахамбетов, ГХ, который вынес решение по делу об административном правонарушении, в котором постановление инспектора по Республике Калмыкия от 03.12 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.3 Кодекса об административном правонарушении в отношении меня, оставить без изменения жалобу мою без удовлетворения. Ну что ж, ворон ворону глаз не выклюет, поэтому мы сейчас уже накатали, я накатал жалобу на этого Нурнахамбетова ГХ, к сожалению, не знаю, как его зовут. Вот, посмотрим, какой ответ придет по жалобе на него. Вот. Мне просто интересно, в Московской области электронная страховка работает, в Дагестане работает, а в Калмыкии почему-то инспектора не знают о том, что есть электронная страховка и что они обязаны проверить ее там по своим базам. Ну, будем писать жалобы, будем подавать в суд. Посмотрим, что все кончится в итоге. Всем пока.